ПП фруктовый пирог из лаваша. Сайты о вкусе ру. Автор Матильда. Готовим с тетей Мотей. Ингредиенты: один большой лаваш, любые фрукты. У меня два банана, два яблока, абрикосы, две пачки творога, два яйца, одна маленькая баночка сметаны или кефира, подсластитель. Шаги приготовления. Лаваш нарезаем по форме вашей формочки. Фрукты нарезаем, яблоко натираем на терке. Яблоко сбрызгиваем лимонным соком. Творог смешать с одним яйцом. Можно добавить подсластитель или сахар. У меня были сладкие фрукты, поэтому я ничего не добавляла. Формочку смазываем маслом и собираем наш пирог. Первый слой – лаваш. Второй слой аккуратно смазываем творожной массой. Третий слой – фрукты. Банан. Так повторяем слои лаваш плюс творог плюс фрукт. Последний слой должен быть лаваш. Делаем заливку. Смешиваем сметану с яйцом или кефир с яйцом и заливаем наш пирог. Старайтесь, чтобы заливка не только верх покрыла нашего пирога, но и попала и по бокам. Я немного отодвигала формочку, чтобы туда попала наша заливка, тогда пирог будет держать форму. Запекаем в разогретой духовке до 180 градусов минут 25-30. Смотрите по своей духовке. Даем пирогу остыть. А теперь вкусно кушаем. Посмотрите, какой он красивый в разрезе. Приятного аппетита. Если понравился рецепт, то оставьте фотоотзыв под ним, поставьте лайк и подпишитесь на автора. Смотрите другие видеорецепты на вкусе.ру.